Думал с ускорителем. А, давай. Блин, тут будет сложно. Еще этот столб. Друзья, очень рекомендую вам детский развлекательный канал Расул Плей. Очень интересные и смешные видео. На канале вы найдете распаковки подарков, запуски миньонов, интересные челленджи, угадай вкус и многое другое. Рекомендую всем, друзья. Канал только начинает развиваться. Давайте поможем им набрать как можно больше подписчиков и лайков. Ссылки я оставлю в описании. Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Арби, и мы продолжаем прохождение Just Cause 3. В общем, тут такие дела, что я уже захватил вот эту базу щита, так ее назовем, короче. И это было очень долго и нудно, поэтому я лучше перейду сразу к делу. Вот тут есть пару заданий, и вот там основная сюжетная. Вот. Так что сразу к ним. Так, экскурсия 3 по кораблю Иден. Так. Воздушный ас. Сначала пройдем вот такие, чтобы немного улучшить нас, наш костюм и все такое. Так, погнали. Чувствую, будет сложно. Но надеюсь, мы справимся. Хотя бы на троечку. А еще лучше бы на пятерочку, конечно. Отвечайте. Так, погнали. Так. Летим, летим, летим. Так, главное, чтобы они не были слишком часто. Так, 675. Это маловато, конечно, но ничего. Давай, давай, аккуратней. А! Нет! Блин. Там слишком резкий поворот был. На двойку. Так, снижение перегрева разблокировано, модификация снижения. Следующее шестер. Не хватает для... Снижение, чуть не понял. И что это дает? Так, ладно. По одной за раз, а то это будет слишком долго. Ну, в общем, мы уже более-менее крутые ребята, так что... Так, поворачивай давай. Видите, он не так уж быстро поворачивает, как хотелось бы. Так, вот, мы пришли. И у нас, блин, есть модификация и... Так, пулемет. Дольше вести огонь без перегрева. Это хорошо. Нам пригодится все. Так, второе испытание. Так, ну погнали. Надеюсь, оно будет отличаться от того. Все заставки здесь одинаковые. Так, давай. Так, вот. Есть. Так, куда? Туда? Аккуратненько. Пролетаем. Нет, тише. Держись. Блин. Ну я же устоял. Ну. Ну хотя бы она разблокирована. Так, ладно. Следующая них. Так. Быстрая. Наверное, быстрая перезарядка для ракет.
Ну ладно, по одному разу за раз, в общем. Опа, тише. Выглядит плохо. Очень даже. Так, летим. Нам туда. Так, это была носовая часть. Посмотрим, что там в задней части. Есть вон там еще два корабля над ним. Так что испытаем их тоже. Можно там какие-то задания да есть. Если что, потом пройдем все. Так, сначала... Блин, опять не та. Сначала улучшимся. Так, снижение перезарядки. Ускоритель... перезаряжается быстрее. Это очень хорошо. Ну, даже очень быстро. Это радует. Так, погнали. Так, 4 задания и основная миссия. Я этого ждал. Кстати, друзья, если вы хотите разбить эту станцию щита, то вам нужно очень много оружия. И вот эти блоки нельзя разбить обычными пулями. Нужно взять именно их оружие, и только так оно разбивается. Вот так вот, друзья. Так, есть. 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 Так, аккуратненько. Аккуратненько. Не буду рисковать. Аккуратно, аккуратно. Тише, тише. Есть, есть, есть. Есть, прошел. Так, сколько я получил? Хотя бы 4. 4. Отлично. Что у нас разблокировано? Быстрая перезарядка. Увеличенное количество... количество чего? И разблокированная быстрая перезарядка. Следующая. Еще одна ракета. О, это хорошо. Ракета, это хорошо. Так, теперь... летим обратно. Вверх, вверх, вверх. Ну давай. Так, это... это какая? Так, корабль. Это 3. Так, это, по-моему, 1. Да тише ты. Так, это 1? Да, значит, мы не на той стороне. Нам нужно вон на тот. Так, улучшимся сразу. О, сразу 3, это очень хорошо. Так, позволяет дольше использовать ускорение без перезарядки. Прекрасно. А, снижение времени необходимо для перезарядки пулемета. Отлично. Быстро. Так, снижение времени перезарядки пусковой установки. Шикарно. Ну да, он теперь немного дольше летит. И это радует. Не может не радовать. Прекрасно. Так, это как называется? Небесный ужас. Ну давайте пройдем небесный ужас. О. Это не то, что я думал. Так. Против дронов, ясно. Сейчас разберемся. Так. Уничтожьте как можно больше дронов. За 1,5 минуты. Хорошо. Хотя это будет сложновато, так. Так, перезаряжайся. А, нет. Быстро, 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 давай, взлетай. Блин, это плохо, что я упал. Давай, давай, поворачивайся. Давай. Так, есть, хорошо. Так, давай, давай, вот. Надо вон того большого взорвать.
Давай, 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 вот. Еще. Есть. Вообще плохо. Так, всего 20 секунд осталось. Взрывайтесь уже, давайте. Давай. Так, сколько мы заработали? Надеюсь, хотя бы 3 есть. Есть. Ну и все, хватит. Еще одна ракета. Следующая разблокировка — увеличение силы. Это, видимо, скорость увеличивается, да? Так, ну ладно. Все. Упал как сопля. Так, это что такое? Так, ладно. Теперь еще одна ракета. Увеличение. Делает ускоритель мощнее. Хорошо. Так, может все-таки пройти? Попробовать. А, ладно, потом. Питаем. Идем на наше основное задание. Все, мы прибыли. Так. Вот и задание. Получение контроля. Как я и думал, корабль не упал. Что дальше? Так, дядя Шелдон накопал для кое-что о корпорации. И знаешь ли, все куда хуже. У меня появилась идея. Я... Рико! Рико, как Шелдон, слышно? Ты меня слышишь? Так, ясно. Там появились какие-то антенны, нужно их. Но никак не могу закрыть глаза на то, что ты убил наших охранников, взорвал добывающие оборудование и повредил. Вот, блин, достали. Давайте отдыхать уже. Я уничтожаю. Давай. Давай ты туда. Блин, чуть не убили. Эй, тише. Так, вот. А... Что? А, взорвал, точно. Есть. Есть. Так, 3 готовы. А их тут немало, скажу я вам. Ты меня слышишь? Рик, слышно! Давай! Тише. И этого недостаточно. Надо уничтожить другие глушилки. Блин. Ладно. Это не проблема. Так, быстро. Есть. Так, летим. Ах! Аккуратно, аккуратно. Блин, убили. Нет. Черт. Их очень много. Нужно стрелять, летать и бегать, прыгать одновременно. Но никак не могу закрыть глаза на то, что ты убил наших охранников. Взорвал добывающее оборудование. Так, иди-ка сюда ты. Быстро, 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 давай, сдохни уже. Вот так. Еще что ли остался? Вроде нет. А, нет. Так, вот, теперь... Вот как ты решаешь проблему. Давай, ты давай. Так, я есть. Не перехожу дорогу, Иден. Я уничтожаю ее.
Лети давай, дурак. Блин, каково это быть отрезанным? Ты не чувствуешь так, стреляем. Одиноким. Шелдон, ты меня слышишь? Рик, слышно? Пока они не пришли опять. Все, летим. Этого недостаточно. Надо уничтожить другие ушибки. О, блин, сейчас убьют. Тише, тише. Блин, вот твари. Давай. Есть. Теперь вон там остались. Чтобы они меня не достали, лучше кое-что вот здесь снизу. Носовая часть. Так, по-моему, их осталось немного. Так, так, давай, давай, давай. Есть. Короче, все готово. Ненавижу эти радиовыкрутасы. Слышу тебя, Шелдон. Сигнал глушит. Ты говорил, что узнал что-то о корпорации. Так, вот они. Чертовы роботы. В общем, если я не ошибаюсь, эти парни большая проблема. Очень большая. Ты думай, как попасть внутрь корабля. А я пока покопаюсь в архивах. Архивах? Действительно, в каких архивах? Найди путь внутрь. Хорошо. Думаю, это вот отсюда. Я лечу. Оу, нет. Тише, тише, тише. Да тише ты. Так, не то. Не то. Должен же быть какой-то вход, сказал агент своему начальнику. Так. И так я не пройду. Давай-ка вот сюда вверх. Значит, через самый верх нужно туда идти. Да блин, ты залезешь сюда, придурок. А-а-а. Отлично. Ты что, блин? Что тебе нужно-то от меня? Держи, тварь. Достал уже. Так, так, тут кроме дронов, людей, по-моему, больше нету. Так, вот. Оу, нормально. О, есть люди. Сдохли быстро. Да ты что? Так, нужно оружие поменять. Хотя... Так, я припасы взял для этой штучки. Да, я взял. Все. Так, что тут? Эту сломать? Ой! Я забыл, что она ломается только. На твоем месте я бы не стал прыгать в кроличью нору. Ты закоротил провода. Это может быть опасно. Мне стало еще интереснее, Ида. Так. Хочешь? Не говори о том, что я тебя оружие. Не могу. Все, прыгаем. Все. Что же это за место? Действительно. Ты там не один. Да ты что? Что-то мне кажется, что тут будет что-то плохое. Боишься темноты? Боишься призраков? Так, победите черную руку. О, ты чё? Эй! Стой на месте. Так. Стоять. Так, где? Где еще? Так, вот бежит. Полетайте, друзья.
сдохнешь, блин. Твою налево. Я внутри, только люк заперт. Я в каком-то жутком саду. В общем, я нашел чертеж так, корабля. Что за оружие? А, это у меня было. Сейчас разберусь, где ты. Так, центр управления, кажется, с другой стороны. Нужно найти способ туда добраться. Как? Куда? Куда мне идти? Ну, наконец-то. Видишь, что ты натворил? Видишь, как долго за тобой прибираться? Че ты хочешь от меня? Ага, вот. Активируй давай. Когда будешь на месте, отыщи дверь в центр управления. Там должны находиться те, кто тут за главного. Командир, начальник, не знаю. Я разговаривал так, все, понял. Доступа, которые откроют люк. Очень ловко, Шелл. Когда будет время, мы с тобой поговорим. Еще как. Мне кажется, тут их будет много. Так, это похоже на фабрику дронов. У меня чувство, что за мной наблюдают. Да, действительно. Кажется, это то самое место. Осторожней там. Так, это ловушка, по-моему. Что-то все так просто. Черт, не сработало. Насколько старый у тебя коды, Шелдон? Что? Не понимаю. Я получил их от внутреннего источника в корпорации Иден. Только это давно было. Так. Что? Ага, понял, все. Началось. Так, постойте. Так, дружок, иди-ка наверх. Уже черт, опять убили твари. Надо бы мне оружие поменять, а то этот мой гранатомет не такой уж. Так. Давай сдохни уже, сдохни. Так, ладно. Это неэффективно. Вот это, я думаю, будет эффективно. Лихо, так. Они нас отправили. Мне сообщили, что на Медичи нападает множество дронов. У меня тут что-то происходит, Шелдон. Сдох быстро. На земле все совсем плохо, Амбре. Можно сказать, так. Атака охотников за Баварием часть 2. Есть. Должен спасти жителей Медичи. Сдохни ты, блин, сдохни уже. Так, нету. Значит, меняем на эту. Понял. Да чё ты здесь ходишь вообще, дурак что ли? Давай вот туда иди. Приятного путешествия тебе. А ну-ка теперь отцепись. Чё, живой? Да ну, ты вообще нормально? Так, ладно. Еще. Так, там еще какие-то вот. Вот они. Иди сюда. Встретились два друга. Так, отлично. Думаешь, ты меня перехитрил? Куда? Думаешь, я закончила с Медичи? Так, миссия выполнена. Получение контроля. И все. Куда дальше? Дядюшка Шелдон вызывает майора Рико. Шелдон вызывает Рико. Черная рука. Помнишь таки? А, эти жутковатые бойцы в тяжелой броне? Очень умелые? Так. Ага, они самые. В общем, они дюжинами ловят повстанцев в Медичи. Так, тогда мне не нужно. Вот такие дела, омбре. Модификатор я смотрел. Так, дальше карта.
Какие у нас тут дела есть? Так, не понял. Разделение. Освободитель поселения зоны добычи Иден Альфа. Альфа и Браво. А где это? Иден. Так, вот. Оно? Да, это Браво. Вот это... Альфа, видимо. Да, вот эти две мне нужно освободить. И будет у нас новое задание. Так, это вообще на какой территории? Почему это? Выполнить миссию секрет. Понятно. Так, ну я могу сейчас освободить вот этот город. Быстрое перемещение. И думаю, на сегодня все, друзья. А то серии затягиваются, и не думаю, что это многим нравится или интересно. Так что как-то так. Летим. Так. Так, а такого оружия вы не ждали, да, ребята? Вот вообще ни разу не виноват. Взрывайся, давай. Все, отлично. Так. Я вот сейчас сделаю вот так, что... А чё, блин, я ворота открыл, все равно... А, нет, не нужно. Отлично. А, нет. Чё у вас тут как прям тараканы? Давай быстренько взламывай. Отлично, молодец. Да чёрт с этими вертолетами. Так. Есть. Вон там вижу. Так, мне нужно оружие. Чё? А, вон там оружие. Мне нужно поменять эту... Этот мой гранатомет, блин. Опасная штука. А, ясно. Они не взрываются. Их только отключать. Это очень плохо. Давай отключаем тогда. Ну давай. Избавьтесь от погони. Блин, чё за бред. Так, вот, говорилка наша одна, вон там, вот еще, и вот. Знаешь, что говорят о тех, кто хочет себе большую статую? Так, цель покинула область. Да, конечно. Так, вон там наверху еще летаем. Все, готово. Или не готово еще? Да что такое? Я же ее отключал, разве нет? Так, ликвидировать тут кого-то нужно. Отлично. Сейчас мы его ликвидируем. В области обнаружен враг. Всем так, бойцам, доложить обстановку. Так ты что, еще не ликвидирован, что ли? Подкрепление. Висишь вроде нормально. О, капитан, сдох, капитан. Че, не понял, кто это сделал? Быстро признался. Вот это тебя приплющило. Ха-ха.
Отлично. Нужно найти еще патроны. Так. Нужны люди! Что сказал? Отправка дополнительных сил. Еще остались. Будет у вас. Баннер и все. Ой, блин. Как-то неудачно пролетел. Да зачем мне машина? Вылези оттуда. Дурак, что ли? Вылазь давай. Так, где баннеры? Да что такое? А, вот вижу. Я сегодня не взлечу. Все, отлично. Поднимаем наш флаг. Ну давай хотя бы теперь взлети. И все, друзья. Все готово. Так, гараж. Тур. И освобождение. Все прекрасно. Так, что нам открывают вот эти задания? Я забыл. Так, начать испытание. Давайте попробуем. Может, что-то пройдем. Вот это последнее испытание и все. Так держать. О, ну вроде нормально. Так, давай, вот так, отлично. Опа. А, блин, без ускорителя. Ничего себе, я расслабился, думал с ускорителем. А, давай. Блин, тут будет сложно. Еще этот столб. Отлично, я прошел на 5 звезд. Круто. Есть. Похлопайте мне, друзья. Прекрасно. С первого раза 5. Так, усиление рывка. Разблокирована модификация. Теперь я смогу быстрее притягивать к себе. Следующая разблокировка. Удар. Понял. Все. А! Так, теперь попробуем нашу модификацию. Так, вот просто. А теперь шифтом. Что-то особо разницы не чувствую. Или... А, блин, я же ее не включил. Черт. Так, ускоряйте рывок. Понял. Вот без. А теперь с ускорением. Ну да, быстро. Очень даже можно постоянно держать зажатым shift, и он будет ускоряться. Воу! Это было очень быстро. И, кстати, можно вот так летать. Тоже круто, очень круто. Ну все, друзья. На сегодня, думаю, хватит. В следующей серии... освободим Альфу и Браво и уже наконец разберемся с этой парящей этой базой. Ну все, подписывайтесь, друзья, ставьте лайки. Ой. Мне бы подписывайтесь, ставьте лайки, друзья. Всем удачи и пока. До скорых встреч. Make my body go. Make my body's high.